Существуют разные аквариумы необычной формы. Андрей Витальевич, а на ваш взгляд, какая форма аквариума самая удобная и почему? Если брать эстетические параметры, то, конечно, самым, скажем так, удобным к обзору является традиционный прямоугольный аквариум. Даже телевизоры у нас сейчас с плоскими экранами идут и прямоугольные, правильно? То есть, если равняться на это, то уже можно однозначно сказать, что это прямоугольный аквариум. Конечно, сейчас огромное обилие форм. То есть, и овальные, и круглые, и трапециевидные, и угловые. Но нужно понимать то, что главная ценность в аквариуме – это его как бы техническое удобство в обслуживании и максимальная отдача зрительного эффекта. Да? То есть, есть, допустим, там трапециевидные аквариумы, которые в эксплуатации показывают, что вот эти срезанные грани только мешают обзору. И опыт показывает, что люди потом просто разворачивают, ну, как сказать, трапециевидной стороной разворачивают к стене для того, чтобы убрать вот ограничивающий обзор и сделать его как можно больше. Ну и опять же, нужно учитывать удобство. Да? Допустим, можно сравнить круглый аквариум 12 литров и прямоугольный аквариум 12 литров. То есть, казалось бы, объем у них одинаковый, отличается только форма. Но если вы в 12-литровом прямоугольном аквариуме можете в какую-то сторону, в какой-то угол поставить помпочку маленькую, да, и ее относительно будет незаметно, то в круглом аквариуме это получится сделать только посередине. И то есть самое зримое место, центр будет занят вот помпой, проводом и так далее. То есть это не совсем эстетично. А содержать без подачи воздуха в таких аквариумах, то есть невозможно. Или это должна быть одна, максимум две рыбки с очень жестким режимом кормления, чтобы, как сказать, данная среда могла сосуществовать на самобалансе.